Такие конец, я тебе голову сейчас скрою, блядь. Я сказал, слушай сюда. Безрак, безрак. Не знаешь, что подарить близким на Новый год? Hustle.rf – это магазин качественной одежды по самым приятным ценам. В ассортименте большой выбор зимней обуви и курток. На сайте реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка помогут подобрать правильный размер. У ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Только для моих подписчиков действует промокод LEV на скидку 30% и крутой подарок. Ссылка внизу под видео. Заказывай зимнюю одежду для себя и своих близких в подарок на Новый год. Здравствуйте. Вообще с движения LEV против. Будьте добры, сигарету потушите, пожалуйста, алкоголь уберите. Здесь запрещено распивать и курить. Не доставайте, не распивайте, пожалуйста. Здравствуйте. Будьте добры, сигареты потушите, здесь курение запрещено, люди заходят. Будьте добры, пожалуйста, сигареты потушите, здесь курение запрещено. Там будет место для курения специально, если отойти. Будьте добры, пожалуйста, алкоголь, сигареты уберите, здесь курение, распитие алкоголя запрещено. Здравствуйте! Будьте добры, пожалуйста, алкоголь уберите, сигареты потушите, у метро запрещено курить, распивать. Уберите и тогда не снимаем. Давай, меня тоже не надо, не стоит. Слышь, давай не снимаем, мы сейчас уйдем, только не снимай ее. А при чем здесь уйдем? Нужно просто убрать, вы можете дальше стоять. Да мы сейчас уйдем. Алкоголь уберите. Смотри с этой стороны, Валер. Мы, короче, возьмем. Все возьмем, только вот это вот не снимай, пожалуйста. Я понял. Отойди на дистанцию. Алкоголь не разливайте, не распивайте, вы слышите нас? Не снимайте нас. Меня снимают. Меня. Чего он так снимает? Они даже не знают. Ого. Подойди уже. Да, я немножко выпил, принял. Да уберите. Да не уберут, сказали же. Ну, сними. Брат, он... руки убери, отойди отсюда. Так я за тебя... Отсюда отойди. Чего не пойму, ты паспорт мне показываешь и что? Ну, алкоголь. Так ну, я понял, мы подошли призвать вас. Во-первых, в общественном месте это не делать, и вообще лучше отказываться от этого. Ты же мужик, да, займись, конечно. Там работай, семья, зачем бухать? Да у меня есть, у меня как. Ну все, призываем людей не нарушать. Все мои спортчики. Ладно, давай, пойдем. Добрый вечер. Здорово. Ваш алкоголь? Выливаем? Зачем? Ну, мы боремся против этой отравы, против того, что вы курите на проходе у людей. Блин, классно. Вообще, уважуха, что делаете? Спасибо. Молодцы, вообще супер. Спасибо за поддержку. Здравствуйте. Алкоголь ваш? А там и места нет. Тогда выкидываем. Пожалуйста. Без драк. Давай, уйдем я отсюда. Ну что? Я сказал, перестаньте, ёкарный бубай. Не надо. Без драк. Иди, на. Ты хотел идти? Иди. Матом не ругайтесь, пожалуйста. Идем. Ты чё тут? Алкоголь уберите, пожалуйста. А, уберем. Сейчас уберем.
Иди там. Хочешь? Блядь, не ругайтесь, пожалуйста. Здесь не закуривайте, пожалуйста. Здесь дети проходят, люди не курящие, хорошо? Там специальное место сзади. Сзади, вон туда отходить надо. Не распивайте, не курите, пожалуйста, здесь. Окей. Алкоголь уберите. Алкоголь уберите, пожалуйста. В сумку уберите, пожалуйста. Аккуратно. Вот сейчас этим наоборот движением еще больше Слышишь, блин, пока я тебя не убил, блин, остановись, блин. Так, потому что нет. Нет, орел, блядь, горный, блядь. Все непонятно. С угрозами убить его хочется душить? Ну ты кого ты хотел убить, блядь? Нет, ты играешь, блядь, я там убью. Я не понимаю, что преступление. Че, Денис, ты уже подойдешь. Денис, что? Денис. Кого ты хотел убить? Кого я хотел резать? Чего ты взял? Почему я взял? Почему? Видел. Задушить? Ты че? Что ты ходил? Кого ты хотел здесь убить? Кому? Ты че? Как сказал? Сначала рассказывай, как это было. Я сначала рассказываю, как это было. Так, сидя тут, занимайся. Не, не, не. Я сказал, слушай сюда. У меня ключи подошли. Охрана. Что такое ты мне охрана, блядь? А ты кто идет? Кого сюда ножом пришел, кого-то убить, блядь, здесь, а? Кого с ножом я пришел убить? Кого ты пришел сюда убить? За что я тебя ебал, блядь, здесь? Ты ножи вытащил. Коллеги, вот я, блядь, что вы обращались, что бы здесь было? Где блядь? Было? Как было? Там же камера все покажет. Пойдем туда. Чего вы взяли? Слышишь, блядь, чурбан, блядь, не доиграйся, блядь. Ты открыто признайся, где что это есть. Где что есть? Да ничего нет. Открыто признайся. Я ехал с метро. Зачем ты пришел его ножом, блядь, убивать? Кого? Вот Рамазан. Ближайший, я давай сюда, вот я поедем, там разберемся. Не помните? Пойдем туда, ближайший. Год назад, примерно. Пойдем туда, пойдем, я тебя пущу. Который нож вытащил, бля, хотел убить, бля. У нас они собрались. У него нож при себе сейчас? Нет, там, пацаны, у пацана. Маски, перчатки, презервативы. Вообще, взял он меня, вытащил. У меня в иконах. А зачем? В иконах были. А зачем? Да, ну, почему Рамазан ты искал вот так ножами, бля, пришел сюда? А зачем мне Рамазан-то, бля? А почему ты подходишь? Вы его спрашиваете. Кто такой есть вообще, Рамазан подходит? А? Скажи мне, а вы чего взяли, что я кого-то решил убить? Я не ему говорю, а камере. Ты мне говорила? А что ты открытым ножом пришел? Зачем вы... Рамазан. Это было при мне, это консервы скрывать, это было. Консервы? Такие консервы, я тебе голову сейчас скрою, б***ь. Ты что, дурак, что ли, я смотрю за экшн-действием, вот оп. Ты голову скрою сейчас. А тут экшена нет. Поехали в отделение. Чего вы взяли, что я на кого-то решил нападать? Ты несешь, они все делают. Господи, помилуй. Почему ты так поступил? Скажи мне. Чего я поступил? Конфликт серьезный, решить начал. Я с чего поступил? Я шел мимо. Вообще. Забраться надо. Я проснулся в метро. Транспортная полиция. Меня ребята разбудили, говорит, иди. Я, ладно, все. Рассказывай, с чего ты с ножом кого-то. Паспорт пожалуйста. Можно? Да. Давайте торно, пойдем. Я не выкладываю. Короче, я просыпаюсь в метро. Вот, иду мимо. Все. Илья, Рамазан, ты... ходил тут, никого не трогал. Вот начал делать на юг. Ну, да? Да. А я, кстати, не знал, что вообще... И пиздец. Да елки-палки, ну да. Все,
все, ну прохожу. Не нужно его. Вон там. Пройдемте со мной. Пройдемте, вон. Я тебя не пущу никуда. Да конечно, что. Мужчина, пойдем. Да. Как это было? Как это было? Вот. Как это было? Вот это вот все было. Рамазан сейчас не взял, да? Он проходит, где он? Что у тебя было? Нормально. А, твое лицо где-то. А что Рамазан искал ножами, открытым ножом? Ничего не искал. У нас 4. При мне находились, я объясняю. Я вышел с метро, меня ребята разбудили. Говорят, парень, ну а теперь? Я выхожу. А что ты ножом ты пришел сюда? Это потом уже. Зачем ты пришел с ножом, открытым ножом? Куда пришел? Когда он... Нету ножа. Каким ножом? Один. А где нож? А? Да, кому-то передал, да? Он его здесь. Ой, а он с ножом на кого-то. А кого где это? Во-первых, я никому не нападал, не ничего. Слушай сюда. Ну, у меня в кармане. Слушай сюда, пока это было. Пойдем, пройдем с нами. Пойдем, пойдем. Пойдем. Два дела. Сейчас разберемся, поставим камеру, не переживайте. Мы никогда не снимали. Все снималось. А? Все там снимается. Все снимается, пошло. 0-4. Короче, увидели какой-то конфликт, драка происходила, у людей подошли, попросили охранника позвать сотрудников полиции, дабы избежать каких-то серьезных последствий.